you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Holy Play, первый сервер. И как вы догадались по названию ролика, я узнал настоящую причину моей деактивации. Я на самом деле в шоке от услышанного, потому что мне подписчик переслал сообщение голосовое, какое он нашел где-то, кто-то ему скинул от Иванова, насчет меня. Я на самом деле просто охреневший от этой всей ситуации. Серьезно. Думаю, вы сами сейчас послушаете и все, в принципе, поймете. Ну, так подожди, так ты сейчас писал про пацана, который задонатил якобы 50к. А вот что за пацан? Я вот про него спросил. Питболя деактивировал не я. По-моему, его деактивировал Наумов, если не ошибаюсь. Или кто-то из службы безопасности, вот. Деактивировали ее, насколько я знаю, за махинации с валютой, именно помощь Тимохе, ну, тоже ты его знаешь, этого Тимохи игрока, за помощь, соучастие с махинацией валюты и за хейтинг, естественно. То есть нам хейтеры не нужны. То есть мы готовы принять обоснованную критику нашего проекта, но просто хейтеры, которые просто матерятся и ничего не делают, это не очень клево, и нам такие не нужны. Это очевидно. Ну, думаю, вы все услышали. Я просто в шоке из-за того, что я передал Тимохе 1 миллион. Понимаете, вот, блять, вашего друга, допустим, деактивировали, да? Он остался без ничего, он заново начал играть на сервере. Я вот ему помог, я вот Тимохе помог, просто ему дал миллион. Дал ему миллион на машину. И они это называют махинацией, блять. Вы что, ебанутые, что ли? Такой бред просто. На уши даже не натянуть такой бред. И типа хейтеры нам не нужны, бать. Да, так деактивируйте нахуй всех, да? Охуеть просто. Я просто охреневший. Ну серьезно, как можно деактивировать из-за того, что ты дал другу денег? Это реально бред просто. Естественно. Это просто конченый бред. Я серьезно, я такого не ожидал от Амазинга, серьезно. Я думал, там какие-то доказательства будут и так далее. Может быть, да, у них там есть доказательства, как я Тимохе деньги передаю. Но, блядь, за это деактивировать мой аккаунт... Это просто пиздец, понимаете? Это просто полнейший пиздец. И понимаете, ладно, я там... Просто вот любого из вас могут также деактивировать. Вы там другу дадите, блядь, 100 тысяч, скажут, блядь, ты махинация с валютой, ты, блядь, ему продал эти 100 тысяч, блядь, и так далее. Понимаете, вот в чем еще проблема. Меня просто деактируют, считай, что ни за что. За то, что я просто Тимохе дал денег на машину, и все. Вот за это меня деактивировали. Вы охуели, что ли? Никаких махинаций не было с моей стороны, и никогда не было. И не будет, блядь. Серьезно, я реально просто в шоке. Кстати, на сервере появился мой фейк с ником Кирилл Путбуль. Так что не ведитесь, если что, это просто фейк. Которого, в принципе, уже забанили, но все же не ведитесь на фейки. Если мой аккаунт когда-то активируют, вы об этом узнаете у меня на канале. А так, это просто фейки. Мой ник, на котором я играю, вот. Вот мой ник, на котором я играю. Честно говоря, узнав... Именно настоящую причину моей деактивации меня немного попустило. Я уже не так бомбит от всей этой ситуации, но все же я очень доволен тем, что якобы я передал другу денег, чтобы он купил себе машину, и из-за этого меня деактивировали. Меня это очень напрягает, в принципе. Я думаю, вы мной и само согласитесь, поставьте обязательно Лукас, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, но серьезно. Просто вот смотрите, Тимоху деактивировали, ну серьезно, он меня попросил, ну дай мне денег типа на машину, как бы, ну денег нет у него, ну аккаунт с нуля просто начал, с нуля просто, зашел, зарегался он и начал аккаунт, ну жизнь с нуля, я ему дал просто так миллион, ну как, он попросил просто, я ему дал миллион, на машину,
И меня из-за этого деактивировали. Понимаете, блин, такой бред. Как я раньше рыжикам помогал, там, давал им деньги. Это, в принципе, да, это не считалось, как бы, типа, блядь, плохим. Потому что я помогал рыжикам, приезжал на шахту, там, выбирал кого-то, либо многим давал деньги. Помогал, короче, рыжикам, как мог. И, блин, ну серьезно, это такой бредятина, просто бредятина. Деактивировать за то, что вы другу там дали денег. Это реально полнейший бред. Полнейший бред. Возможно, у них есть там скрины, да, что типа я там ему когда-то там передавал деньги, но, блядь, это ничего не значит. Это просто ничего не значит. Я помог просто другу из-за того, что его деактивировали, его не было денег. Ну, у Тимохи большое желание просто было играть. Как бы, если бы меня деактивировали, я уверен, он бы мне тоже так же помог, если бы я его попросил. Я думаю, если у вас есть друг, если его деактивировали бы, вы поступили бы так же. Все бы поступили так же, если бы могли помочь деньгами, там, если деактивировали бы. Я думаю, каждый бы поступил как я. Но нет, надо было меня деактивировать. Просто охрененно. И у них нету никаких доказательств, что я как бы... Типа махинации были. Я просто на пару раз на видео сказал, что я дал Тимохе денег, и все. И из-за этого меня деактивировали, понимаете? Никаких доказательств, никакого тайма там не было. Просто я на слова сказал, что я дал ему денег. Никаких скринов, никаких взаимодействий я не показывал. Они просто взяли меня, деактивировали. И также Иванов передал через кое-какого человека, что он не желает, чтобы я снимал на проекте. В принципе, я уходить не собираюсь и не буду. Конечно, мой аккаунт это тоже могут деактивировать спокойно, я так думаю. И если уже, наверное, этот аккаунт деактивируют, тогда, может быть, я уйду. Но это не точно. Я, в принципе, буду дальше снимать, развиваться на проекте, снимать интересные видосики. Но, конечно, да, мне жалко мою основу, где мои машины, особенно мне жалко мою машину, это BMW M5 E60 с номерами 3S38. Мне жалко не из-за того, что на нее там блат номера стоят, а из-за того, что я на ней столько проехал, 37 тысяч километров я на ней проехал. Она у меня уже 8 месяцев была. Вот когда вы проедете на своей машине, именно вы, когда проедете на своей тачке хотя бы 15 тысяч километров, вы поймете, что как это ценить машину. Вы реально это поймете. У меня есть здесь BMW, но я к ней не отношусь так, как к той машине относился. Я ту реально машину никому не продавал, просто пацан не ездил, любил ту машину. Но вам этого не понять, как это можно любить просто машину игровую. Просто я на ней очень много проехал, очень много я был с ней времени, и она была со мной. Поэтому она мне так очень дорога. Я бы готов даже, чтобы мой аккаунт просто удалили, но отдали мне машину, именно эту BMW M5 E60. Ну, в принципе, думаю, этого никто не сделает. Но все равно я буду здесь снимать, играть. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.